Всем привет, всем доброе утро. Доброе утро. У нас уже готов завтрак. Вот жду, когда они спустятся с детьми. Да, я там просто сейчас, в общем, скидывал все видео, которые у нас накопили за несколько дней. Вот, и это занимает очень много времени, к сожалению. Анютку, наверное, в качалочку. Пусть полежит, покачается. Или на коврик. Давай качалочку. Да, качалочку. Она только что на коврике лазила много времени. Угу. И похоже, у нас проходит потихоньку третий сон. Она же у нас спит, ну, спала раньше три раза в день. То есть у нее утренний, обеденный и вечерний сон. Но сейчас мы плавно по ходу переходим к двум снам. Утренний сон и обеденный, но обеденный поздний. То есть в час дня она спать не хочет, засыпает, вот вчера, по крайней мере, уснула где-то в районе 2 и до 4 спала. То есть такой длинный обеденный сон, и все, и потом аж ночью. Вот, так что мы садимся завтракать. И что всем приятного. Так получается, аппетита. Сейчас кушаем и собираемся, едем, да? Да. Как это покушаем? И еще немножко. Мы практически все собраны. У нас остался только папа делать себе прическу. Ванюша готов. Вот наши сумки. Получается, у нас... Не, Ванюш, мы это брать не будем. Получается, мы взяли вот эту сумку. Ванюшкин чемодан, компьютер. И вон там сумка вот эта вот стоит. Что у нас чемоданов нет. Нам нужно купить чемодан. Потому что, в принципе, еще бы один такой маленький чемоданчик, и у нас бы все бы поместилось. Вот. Ванюша у нас весь в синеньком, голубеньком. Не трогай ничего. И я тоже, и Анюта. Так что я сейчас хочу, чтобы Ваня нам в отеле, наверное, или где-нибудь здесь сделал фоточку. Это сынок мусор, это уже выкидывать надо. Покажешь еще раз? Давай. Ой, не так. Да. Не так. Нет. Не получается. Ничего, нет, а ты потренируйся, а потом я засниму. Всем привет, Алюта собрана. Давай, да, Алюта. Всем привет, сегодня мы играем, едем в Сабадель. И все собраны. И пойдем купаться. Ура! Мы сели, мы едем. Ура! Да, конечно, для путешествий машина у нас капец какая маленькая. Мы взяли с собой плюс коляску. Но если бы мы коляску не брали, то нормально. Можно было бы еще вещей с собой взять. Итак, я старалась очень все компактненько, быстро, ну как бы. Мама, я даже не покушать. Я хотела покушать пирожку. Я думаю, в этом, сынок, в отеле будут пюрешки всякие. А какие? Куда же там другие? И с Меркадона, и с Оли. Ну там тоже есть Меркадона, Ванюш. Мы, кстати, недалеко едем. У нас когда-то там жили мои родители в этом городе. Вот, ты что, едем. Мои, сынок, бабуля и дедуля. Так как цель у нас просто отельный отдых, мы решили, что нет смысла ехать куда-то далеко. Да, если мы все равно планируем в отеле сидеть, проводить время. В следующем году, может быть. Не в Сабадель. Ну, конечно, но, сынок, мы не в Сабадель едем. Он с чего-то решил, что мы едем в Сабадель. Мы не в Сабадель едем. Возможно, в следующем году полетим на острова. Как раз Анюта подрастет. На Мальдивы, да? Я думала, на испанский. Скорее всего, на Мальдивы не полетим, потому что либо перед операцией, потому что у Анечки операция будет летом следующим. Ага. И если лететь, то перед, потому что после реабилитация и все остальное, после точно мы не полетим. Вот, так что нужно будет запланировать отдых наш, в следующем году. Да. А? Наш отдых на Мальдивах.
Да, да, в следующем летом. Точно. Скриньте. Скриньте. Точно потом... не полетим. Не, ну я очень хочу. Не, я не видела, где и полетим? Многие пары летают с детками, бабули, без нянь, и все шикарно и прекрасно. Ну, естественно, это сложно, бабули, дорога сложная. Бабули, мы полетим. Да она к нам прилетит, сынок. В общем, ребят, мы заселились в отель, в номер. Номер я могу показать, не вставая с кровати. Вот, все. В общем, когда мы бронировали, особого большого выбора не было отелей, поэтому, ну, нашли по цене более-менее адекватно, чтобы отзывы были хорошие, кормили вкусно, ну и плюс были какие-то развлечения для детей. Вот как бы критерии определенные были. Раньше у нас критерий был очень важный, это была ванна, наличие ванны. Но в этот раз мы даже вообще не смотрели на ванны, потому что как бы у нас дома ванна есть, и как-то сейчас ты, я не помню, когда ты последний раз ванну принимала. Летом мы ванны принимали. Да. Мультик хочешь? Вот, Ванюш, тебе нравится в отеле? Да. Да? Ну вот, вот это самое главное, что Ванюшке нравится. Нравится. Да, сейчас пойдем, покушаем. Прогуляемся по городу, развеемся. Потом я поеду покопаю домой, да? Да я шучу. Покушаем, и потом поедем домой спать. Да не, мы тут спать будем. Знаешь, что я забыла? Что? Памперсы Анечки для купания в бассейне. Где-то здесь продаются в магазине. Ходит в обычный купаться, ничего страшного. Да. Целую упаковку взяла. Есть мультик. Ванюш, мы сейчас уже уходим. Ты знаешь, где ты будешь спать? А мы где будем? Мы на этой кровати или около... Окна? Ванюш, где ты хочешь спать? На той кровати или на этой? На этой. На вот этой? А мы там тогда. А мы... Нет, я с вами буду. Нет. Да. Нет. Да. Ты с Анютой будешь спать в кроватке? Нет, с вами. Ванюш, ну как, ты где дома спишь? В своей кроватке. Нет, мне нужна маленькая, чтобы все поместились. Тебе нужна маленькая, чтобы все поместились? Нет, мне нужна маленькая, чтобы... Пошли на балкон, покажем, какой вид у нас на балконе. Пошли? Да. Горка закрыта. Да они что-то все какие-то закрытые. Почему? Я не знаю, иди сюда. А мы пойдем покупаться? Да, конечно, пойдем. Ну, сначала, наверное, пойдем покушаем. Нет. Там даже динозавр есть настоящий, видишь? Нет. Вон стоит. Нет. Ну, в общем, вот такой вот у нас вид. Море не видно, потому что море как раз за вот этим холмом. Но вроде как 200 метров всего лишь, недалеко идти. Но не прямо у моря. Ну, как-то так. Красиво? Да. Да? Да. Ну, супер. Там вот домики. Смотри, какая красота. О, да. Красотки пришло. Давай, Сёга, не шла. А тут нельзя пообедать на территории этого? Вот вроде нет кафе какое-то. Может быть, да, наверное. Перекусить? Да, наверное, можно. Смотри, полотенца есть, желтые, видишь, у людей у всех. Да, нужно. Значит, где-то их брать надо будет. Можно на ресепшене узнать. Тебя сейчас едят. Да, сейчас я покормлю. Ты пошли, Ванюш? Вот. Ну, такой вот номер. Мне кажется, это самый маленький номер, который мы снимали, нет? За последнее время. Ну, и, наверное, мы меньше снимали только, когда путешествовали с тобой по Испании, помнишь? У нас было много отелей, мы бронировали. Да. Ты, кстати, зарядку для своего телефона взяла? Конечно. Вот, и тут уже все. Дверь. Всем привет, мы в отеле, а папа спит. А Люда лежит... Кормит Анюту, мама. Ты камеру трясешь, как мама, прям. Видишь, мама? Нет, я трясу, как ты. Как я? Да. Мы с Анютой здесь лежим, отдыхаем. Ваня с Ванюшкой уже пошли на горки. Мы специально выбирали отель, чтобы были горки разные, ну, чтобы Ванюшке было интересно.
время здесь проводить, не просто бультыхаться, а, кстати, я их вон там вот вижу. Вот. Потом поменяемся. Ваня побудет с Анечкой, я поеду покатаюсь на горках с Ванюшкой. Да, дочь? А мы пока здесь лежим, отдыхаем. Правда, такая туча. Надеюсь, дождя не будет. Пальмы такие здесь красивые, большие. Здорово у нас тут все. Прыгать будешь? Давай, прыгай. На какой поедешь? На желтый или на синий? На желтый. Давай, сначала я, потом ты. Вау! И серый? Да. Выплываем. Ой, тебе понравилось? Да. Это весело? Быстрая? О! Давай, выплывай. Ты какой корабль? Пиратов? Ныряй. Да. Давай. Анечка у нас уже спит, мальчики уже еду взяли, так что я тоже пошла за едой. И заодно вам покажу, что здесь есть. Так, возьму тарелочку. Здесь есть рыбка, яйца, бутерброды, тарталетки, омлеты, разные морепродукты, гаспачо, морики. Салаты свежие, сыр, картошка, разновидность пасты. Так, что еще здесь есть? Хлеб, тут десертики. Ой, тут столько много всего. Вот это вот детское, я так понимаю, меню. Пюрешка, мяско. О, кабачки, можно самому взять, а это все соль такое маринованное и свежее. Ну, в общем, очень большой выбор, большой ассортимент. Вот тут можно рыбу и мясо, картошечка,
лапша, мясо, рыба, овощи и пицца. Мы поужинали и вышли на улицу погулять на набережной. Здесь очень красиво. И Анютка проснулась, сейчас нужно ее снова укачать. Мы, наверное, сюда завтра на пляж придем. Тут остановочка. Давай, я подержу. В общем, мы поели, вышли на прогулочку. Здесь еще очень красиво. С этой стороны классно. Вот так вот видно. И тут. Прикинь, вот эти дома, которые, зай. Вот эти, вот этот дом, вот этот. Какой у них вид. Красивый. Вон там вон домик есть. И еще. Да, вот. Аккуратно, чтобы не упало. Здесь очень красиво. Конечно. Здорово. Классно. Идешь? Идешь? Пока-пока.